Впервые 12 июня в Чебоксарах прошел всероссийский турнир по прыжкам в шестом вне стадиона. На Красной площади соревновались сильнейшие легкоатлеты-шестовики страны. Поддержать спортсменов приехали лучшие тренеры России. Состязание в формате 5 на 5. Одновременно соревновались мужчины и женщины. Атлеты были настроены на новые рекорды. Личный рекорд у меня 4.20 как бы на улицах, а 4.40 в помещении. Можно сказать, что личный рекорд сейчас установила. Хочу дальше продвигаться к международному мастеру спорта. В начале соревнований, хотя и не было дождя, но ветер все же вносил свои коррективы. Преодолевать планку становилось все сложнее. Помогала поддержка болельщиков. Мы болеем за всех. Мы являемся представителями сборной команды по легкой атлетике. Мы всех своих спортсменов очень любим, поддерживаем и переживаем за них очень сильно. Это самый гостеприимный регион, мне кажется, который мы встречали. Это правда. Да. Тут вот просто количество зрителей, красота. Все, мы под таким впечатлением, правда. Готовы приезжать и приезжать к вам снова. Среди женщин победу одержала Анжелика Сидорова, серебряный призер зимнего чемпионата мира 2018, представляющая нашу республику. Она с первой попытки взяла высоту 4 метра 60 сантиметров. Под дождем, но сделали сегодня все, что могли для вас. Спасибо. Тренер Анжелики Светлана Абрамова – один из инициаторов проведения подобных турниров вне стадиона. Все были очень хорошо готовы и настроены на высокие прыжки, но, видите, да, погода немножко подкачала. В разминке начал накрапывать дождь, мы боялись, что вообще ничего не получится. Но вроде погода сжалилась, да, но ветер гулял, а ветер для прыгунов в шестом, ну, это большая помеха. На стадионе, когда проходит вся легкая атлетика, там более академично. Вот. И здесь зрители совсем рядом, эмоциональная поддержка зрителей, она на самом деле очень чувствуется. Ребята не просто так говорят эти слова. И мы очень хотим, чтобы вот такого рода соревнования стали традиционными. Крупные спортивные мероприятия все чаще проводятся в столице Чувашии. Прыжки с шестом вне стадиона популярны во всем мире. Теперь и в России положено начало проведения таких соревнований. Их история началась на Красной площади Чебоксар. Юрий Барзаковский, главный тренер сборной России по легкой атлетике, отметил, что это радует вдвойне. Это новый формат как для спортсменов, так же и для зрителей, безусловно. Этот формат, ну, сейчас, так скажем, набирает популярность в Европе и в мире, и мы впервые провели его в России. На самом деле, ну, как результат налицо, вы видели, сегодня зрители были просто в восторге, соответственно, спортсмены тоже. Какое-то новшество для них. Соответственно, новые рекорды уже, ну, на Красной площади будет громко звучать. И нам вдвойне приятно то, что эти соревнования принимали именно Чебоксары, именно чуваши. Потому что для нас Чебоксары и чуваши, в принципе, являются, наверное, таким родным городом. Последние несколько лет проводился всегда чемпионат России, отборочный на официальные старты в Чебоксарах. Поэтому мы очень рады, что Чебоксары нам, ну, как поспособствовали принять именно первый этот турнир именно здесь. Среди мужчин победителем турнира стал Илья Просвирин из Ярославской области с результатом 5 метров 40 сантиметров. Самые лучшие спортсмены показали свое мастерство, свой профессионализм. А когда еще зрители поддерживают, взбадривают их, результаты всегда налицо. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.